В минувшие дни в сети появилась информация о том, что якобы отказ от детских прививок является причиной приостановки выплат единого пособия по линии социального фонда. Ведомство опровергло данную новость, которая не соответствует действительности. Всем гражданам, получающим господдержку и не желающим прививать своих детей от полиомиелита, не стоит беспокоиться. Положенные деньги они получат и будут получать, сообщает пресс-служба социального фонда региона. На данный момент одобренных заявлений на единое пособие в Дагестане составляет свыше 110 тысяч рублей. Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».